Вы смотрите «Сейчас в мире» на канале RTVI, в студии Сергей Кения. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Украинский гвоздь Мюнхенской конференции. В поисках выхода из политического кризиса участники форума разделились на тех, кто за, и тех, кто против Евромайдана. Женева-2 в тупике. Власти и оппозиция Сирии не смогли договориться. Чистосердечное признание спецпосланника ООН на полях конференции в Мюнхене. Россия угрожает выходом из договора об СНВ. На Смоленской площади заявляют, Москва пойдет на такой шаг, если Вашингтон продолжит развитие системы ПРО. В Украине идет война информационная, так считают в МВД страны. В пресс-службе ведомства назвали явные провокации, появившиеся в СМИ сообщения о том, что правоохранители якобы намерены дополнить перечень имеющихся у них спецсредств огнеметами. Налицо сознательное искажение фактов, заявил руководитель отдела МВД по связям с общественностью Сергей Бурлаков. Ранее одно из украинских изданий сообщило, что министерство планирует использовать для охраны общественного порядка реактивные огнеметы российского производства. Теперь МВД требует от редакции опровергнуть эту информацию. В силовых структурах говорят о возможной провокации и в связи с другим скандалом. Правоохранители не исключают, что похищение и избиение активиста движения «Автомайдан» Дмитрия Булатова было инсценировкой. Однако версия о том, что Булатова жестоко избили и даже отрезали ему ухо с целью дискредитации власти, у участников акции протеста в центре Киева вызывает только усмешки. Я не могу отрезать себе ухо, даже если очень захочу. Как это может быть провокацией? Власти говорят, что кадры с раздетым догола мужчиной тоже были провокацией. Для них все провокация, но на самом деле это они провокация. Антиправительственные манифестанты отказываются расходиться до тех пор, пока не будут выполнены все условия Евромайдана, в том числе, пока не будет полностью сменена власть. Если уже вышли на след до последнего за свое. Потому что если сейчас не сделать, Украины больше не будет. Если вот это все на них не действует, то уже больше ничего не подействует. А еще несколько, год-два они сделают так, что даже уже даже это не, никто не сможет собрать такое. Освобождать ничего не будем. Он должен принять все наши условия. Пойти в отставку. И тогда будем принимать решение. Пока одним из главных достижений Евромайдана считается отставка премьер-министра Николая Азарова. Его уход был одним из требований участников акции протеста. Между тем, как сообщают европейские СМИ, буквально через несколько часов после своей отставки Азаров покинул Украину. Экс-глава правительства улетел в Австрию на частном самолете. По версии местных изданий, сейчас экс-премьер находится в Вене у своего сына и планирует остаться там надолго. Бывший соратник Януковича отправился в Австрию, а вот его действующие противники в соседнюю Германию. Лидеры украинской оппозиции принимают участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Тема Евромайдана сегодня центральная. На полях форума обсуждают пути выхода из политического кризиса в Киеве. Политики из США и ЕС в Мюнхене вновь напомнили Киеву о недопустимости применения насилия в отношении демонстрантов. Выступая на конференции, глава американского госдепа Джон Керри заявил о солидарности с украинским народом. Подавляющее большинство украинцев хочет жить в свободном, безопасном и процветающем государстве. И они борются за права на объединение с партнерами, которые помогают реализации этих устремлений. Украинцы не хотят, чтобы их будущее зависело от одной страны. И, конечно, не хотят, чтобы это происходило по принуждению. Соединенные Штаты и ЕС в этой борьбе солидарны с народом Украины. Но такую позицию коллег не разделяет глава МИД России. По мнению Сергея Лаврова, западные политики фактически поощряют насилие со стороны участников акции протеста, хотя у себя дома немедленно и жестко пресекают подобные действия. Какое отношение к продвижению демократии имеет разжигание уличных протестов, которые приобретают все более насильственный характер? Почему не слышно осуждающих голосов в адрес тех, кто захватывает и удерживает до сих пор административные здания, нападает на полицейских, поджигает полицейских, выступает с расистскими, антисемитскими, нацистскими лозунгами? В Мюнхене работает наша съемочная группа. Репортаж Яны Карповой.
Разгар Мюнхенской конференции пришелся на второй день. В центре внимания оказалось не планируемое обсуждение конфликта в Сирии или кризиса доверия между США и Европой, а ситуация на Украине. Сейчас мы находимся на площади Зелингертор, где проходит мюнхенский вариант Евромайдана с участием лидеров украинской оппозиции. Накануне конференции по безопасности в баварской столице стало известно, что помимо представителей украинского правительства приглашены и лидеры оппозиционного движения. Глава партии «Удар» Виталий Кличко и глава парламентской фракции украинской оппозиционной партии «Батьківщина» Арсений Яценюк. Оппозиция дала западному миру знак, что не способна самостоятельно справиться с внутриполитическим конфликтом. Украине срочно необходим план Маршалла. Кроме поддержки со стороны СМИ и заявлений высокопоставленных западных чиновников, нам необходима конкретная помощь. Что именно подразумевается под планом Маршалла и на что рассчитывает украинская оппозиция от западных сторонников, Яценюк озвучил здесь же. Ситуация в стране тяжелейшая. То есть, по нашим оценкам, стране необходимо около 15 миллиардов долларов кредита для того, чтобы гасить текущие обязательства. Предыдущее правительство взяло взайм на протяжении 3 лет более 35 миллиардов долларов США, которая половина из которых была уворована. Поэтому первая задача – это макрофинансирование международных финансовых институтов и Европейского Союза. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко прибыл на Мюнхенскую площадь чуть позже, после вступления своего коллеги по Евромайдану. По мнению оппозиционного политика, именно западные страны не только способны помочь украинскому народу, но и сами заинтересованы в этом. Вся Европа заинтересована в том, чтобы Украина была стабильной, потому что политическая и экономическая нестабильность может привести к нестабильности во всем регионе. Поэтому главный вопрос Мюнхенской конференции – вопрос Украины. Все в этом заинтересованы, и поэтому встречи проходили на высшем уровне. Мы уверены, что сможем найти выход из этой ситуации, чтобы не было эскалации и кровопролития. О реакции представителей украинской власти, также присутствующих здесь, в Мюнхене, как и о решениях лидеров западных держав, станет известно сегодня же, чуть ближе к вечеру. Яна Карпова, Кирилл Журавлев, RTVI, Мюнхен. Еще одной не менее важной темой обсуждения на Мюнхенской конференции стал сирийский кризис. Конфликт длится с марта 2011 года, но до сих пор нет никаких надежд на примирение сторон, хоть их и удалось усадить за стол переговоров. Неутешительные данные озвучил на форуме Генсек ООН. Пан Ги Мун заявил, число сирийских беженцев за 2 недели возросло на 100 тысяч, достигнув отметки в 2 миллиона 300 тысяч человек. По прогнозам, к концу года эта цифра может достичь 4 миллионов. Не на Шамуге, а о тлеющем конфликте в Арабской Республике и международных усилиях по его разрешению. Никакого прогресса. Международные усилия не приносят результатов. Ситуация в Сирии становится все хуже. И в этом сознается человек, которому мировое сообщество верило поиски пути вывода Арабской Республики из 3-летнего кровавого конфликта. Спецпосланник ООН Алахдар Брахими на Мюнхенской конференции по безопасности подвел неутешительные итоги первого раунда «Женевы-2». У нас была очень хорошая основа, коммюнике «Женевы-1». Мы пытались найти политическое решение, но в чем-то мы просчитались. Я сожалею, но в ходе 8 дней переговоров нам не удалось достичь какого-либо прогресса. Единственное, чего мы добились, обеспечение гуманитарных поставок в Ярмук, лагерь палестинских беженцев на окраине Дамаска. Но ничего не было сделано для Хомса, для освобождения пленных и похищенных людей. Ничего не сделано, в частности, и для обитателей лагеря Заатари в Иордании. Впрочем, здесь никто и не верил в успех конференции. Ровно так же, как и остальные 2 миллиона человек, вынужденные покинуть пределы Арабской Республики. На происходящее в Женеве сирийские беженцы смотрят как на шараду. Нет никаких результатов. Эта конференция провалилась. Ни режим Башара Асада, ни оппозиция не пошли на уступки друг другу. И они ничего не смогли сделать для нас, для людей, которые вынуждены находиться в лагерях. Нет никакого прогресса, но мы ничего другого и не ждали. С самого начала было ясно, что переговоры потерпят неудачу. Сирийский режим даже не хотел ехать в Женеву. Несмотря на то, что они уже не пользуются поддержкой народа, режим Асада по-прежнему поддерживают могущественные Россия и Китай.
Кстати, именно на хорошие отношения Москвы и Дамаска и на возможность влияния российской власти на сирийскую рассчитывают на Западе. В кулуарах Мюнхенской конференции Сергей Лавров и Джон Керри, два инициатора диалога между конфликтующими сторонами в Арабской Республике, побеседовали о выходе из тупикового положения. Госсекретарь США добивался от своего российского коллеги оказания давления на режим Асада в целях обеспечения большего прогресса в вывозе остающегося в Сирии химического оружия. Наряду с этим, как отметили в пресс-службе американского дипведомства, Лавров и Керри затронули тему следующего раунда межсирийских переговоров в феврале. В Вашингтоне считают, главным вопросом должно стать создание в Сирии переходного правительства. Москва продолжает лоббировать интересы официального Дамаска. Об отставке Асада не может быть и речи. Нина Шамугия, RTVI. Продолжаем выпуск. Россия и США зашли в тупик. На этот раз речь идет о диалоге по противоракетной обороне. О проблемах во взаимопонимании двух стран заявил Михаил Ульянов, директор департамента МИД России по вопросам безопасности и разоружения. Представитель внешнеполитического ведомства предупредил, Москва может быть вынуждена выйти из договора о стратегических и наступательных вооружениях, если Вашингтон продолжит развитие своей системы ПРО. Вместе с тем сотрудник МИД отметил, что Москва не теряет надежды договориться с Вашингтоном. Все зависит от политической воли США, считает дипломат. Не может не беспокоить то, что США продолжают наращивать потенциал ПРО без учета интересов и озабоченностей России. Подобная политика чревата подрывом стратегической стабильности и может привести к ситуации, когда Россия будет вынуждена воспользоваться правом выхода из договора. Напомню, Россия традиционно выступает против размещения элементов американской системы ПРО в Восточной Европе. В качестве ответа рассматривается дислоцирование в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер». Что касается договора об СНВ, из которого Москва грозится выйти, он был подписан в 1991 году и вступил в силу в 1994. В 2010 же соглашение, предусматривающее сокращение арсеналов ядерных вооружений, было продлено. Израильские тележурналисты провели опрос на тему Холокоста в знак солидарности с российскими коллегами. Они решили поддержать канал «Дождь», который оказался под угрозой закрытия из-за своего интерактивного голосования. В 70-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда ведущие поинтересовались у телезрителей, нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней. Это вызвало шквал критики в адрес журналистов, и несколько крупных вещательных компаний исключили «Дождь» из своих пакетов. Знак солидарности, похожий опрос, провел израильский 9-й канал. Ведущий программы «Мировой порядок», извинившись перед телезрителями за то, что их чувства могут быть задеты, задал вопрос, считаете ли вы, что европейские евреи сами спровоцировали Холокост? Подавляющее большинство, 91%, ответили «нет» и только 9% «да». Если бы мы задели этим опросом чисто чувством, мы приносим свои извинения. Мы просто хотели показать, что журналист имеет право задавать вопросы, самые провокационные. Я еще раз напомню, что опрос мы провели в поддержку телеканала «Дождь». Плохих вопросов не бывает. Бывают плохие ответы. И напоследок знаменитый французский велосипедист Робер Маршен в свои 102 года вновь побил собственный рекорд. За час на велотреке он преодолел 26 километров 927 метров. В прошлом году спортсмен проехал чуть больше 24 километров за один час. Среди других рекордов долгожителя – 100-километровая дистанция для тех, кому за 100. Он покорил трассу за 4 часа и 17 минут. Кстати, в этом году забег состоялся на новом велодроме, в который французы инвестировали более 70 миллионов евро. Он вдохновил тысячи и тысячи велосипедистов. Даже те, кому за 60, теперь говорят себе, у меня еще 40 лет впереди. В действительности я не был на пике. Это были только 90% моих возможностей. И еще это, конечно, только в теории, но если бы я дожил до 150 лет, я бы все равно катался. Мне очень хочется побить еще один рекорд. Ну что ж, на этом у меня все. Следите за развитием событий, а я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.